Скверно-советской армии, официальное открытие которого после полной реконструкции состоялось всего пару месяцев назад, подвергся нападению настоящих вандалов. Спортивная площадка теперь потеряла свой товарный вид. Ограждения из сетки рабицы порваны, баскетбольные кольца погнуты. Также пострадали волейбольная растяжка, лавочки и урны. По мнению взрослых посетителей спортплощадки, побесились здесь юные жители близлежащих домов. Да это вообще уроды, я не знаю, это же... Не люди, не знаю. Это тут вот такие вот подростки, вот эти школьники, они вот вытворяют, а не занимаются безобразием. Тут уж вот начали там он ломать это, он... Тренажер какие-то? Да, эту ступеньку уже обломили, след этот, половину обломили. Ну это что, это за ними не уследишь. А так вот их, когда приходят, их мы... Ругаем. Теперь восстановлением спортплощадки и ее ремонтом придется заняться управлению благоустройства города. Да и средства теперь нужно будет как-то вытягивать из городского бюджета. И для кого, спрашивается инвестор, в лице строящегося рядом торгового центра старался? Неужто все те уроки патриотического воспитания, которые преподают в рязанских школах, проходят впустую? Куда смотрят родители малолетних вандалов? Очень жаль, что столь вредительский образ жизни приветствуется представителями современной молодежи.